Главные герои концерта – юные солнечногорцы, лауреаты и победители международных, российских и областных конкурсов сценического искусства. Сегодня они собрались вместе и принимают поздравления. Я хочу сказать ребятам, что вы действительно большие умнички и молодцы. Вот, сказать огромное спасибо педагогам, которые отдали свой педагогический опыт, талант и, самое главное, сердце и душу. И, конечно, родителям, без которых просто этого не могло быть. Каждый из 36 лауреатов и победителей получил благодарственное письмо от главы района и памятную медаль. Для юных талантов такие награды стали приятным сюрпризом. Для меня это значит награда, как бы, ну ура, ура. Как бы то, что ну, вот первый раз как, так медаль. Очень здорово, радостно, весело. Не забыли о педагогах и родителях молодых дарований. Им также вручили благодарственные письма. Праздник продолжили сами ребята, еще раз демонстрируя, что солнечногорская земля по праву гордится своими талантами.